орите. Гребите он берет, как сделано там в процессе. Фестиваль уличного кино проходит более чем в 1000 городах по всей России. То есть он начался в 2013 году, и с каждым годом охват зрительской аудитории, охват городов все больше и больше, то есть геометрической прогрессии он все время увеличивается. В этом году город Оренбург присоединился к этой акции. На площадке Атриума проходит внеконкурсный показ этого фестиваля уличного кино. Одна из программ внеконкурсных. Предлагаем на суд зрителей фильмы абсолютно разных жанров. Они все короткометражные, люди смогут голосовать и выбрать лучший фильм в программе. Для меня такой, знаете, возврат в детство. Очень приятно и здорово, потому что вот у нас в детстве, я помню, маленький был, старшее поколение, наверное, еще больше помнит, у нас в каждых дворах были агитплощадки, и там раз в неделю гоняли кино. Вся детвора собирались, семьи спускались во двор и смотрели фильм. Это было так здорово. И вот на моей памяти уже лет 30-35, наверное, такого не было. Сейчас здорово так вернулось, поэтому все так по-семейному, уютно. И фильмы, кстати, очень хорошие. Судя по тому, сколько здесь людей собирается, мне кажется, это очень хорошая идея. Людям интересно, люди приходят смотреть. Очень понравились, конечно, не все фильмы, но большинство очень сильно понравились. Мне кажется, это очень хорошо, тем более, если будут показывать хорошие, качественные фильмы. Можно сказать, что неожиданно для... Вот мы гости города. Мы просто шли мимо и увидели... И нас заинтересовало, остановили, даже не знаю сути этого фильма. Нам понравилось. Вот даже, видите, хлопают все, очень благодарны. Интересно. Для молодежи даже очень. Важно то, что зрители сидят, не уходят, им это интересно. И прохожие присоединяются, да, к просмотру. Я считаю, что это очень хороший показатель того, что нам это нужно, важно и интересно. Если будет очень хороший отклик, отзывы положительные об этом фестивале, на следующий год мы постараемся, во-первых, охватить как можно больше площадок показами и разнообразить более новыми интересными работами.